стонами мужчин. Недоступно кричали элегантно, сквозь простой сломанных плечи. Ты смотрела свысока на Форест Гампа. Он носил тебе бумагу на толчок. В коммуналке ленинградской неврогатой ты смеялась, вот наивный дурачок. И дразнила не на тёплу Форест Гампа, потому что только он тебя не лапал, и один по-настоящему любил. 18, не мешуясь на свету, раздавала тело принцам суррогатным. Вспоминала Форест Гампа. Чуваки, приселушки, машина, гоготали, как над шутками урганта, не подмывшись, засыпая под винтом. Ты с тоской вспоминала Форест Гампа. Настоящему любили, потому что только он тебя не лапал, и один по-настоящему любил. Далеко, далеко, за бескрайней рекой, скажет принц, улыбнулся массива. И подохнуть красиво. Далеко, далеко, за бескрайней рекой, скажет принц у лесного массива. А тебе черный мрак по течению вниз задушить и подохнуть красиво. Yeah.
И надо было сразу с козырей заходить. Песня называется «Проебал». Новинка. Все новые сети, да. Нет, на самом деле, я, может быть, действительно в те годы слушал очень много группы FPG, вот, потому что я тогда пить бросал. Я правда, я пить бросал под FPG, это очень странно было. Слушай, под несколько, там был вот этот альбом «Говнорок», в котором были все, ну, самый крутой альбом. Короче, у меня всегда был плейлист, начинался с «Двигателя», вот, потом «Бойцовский клуб» обязательно, потом обязательно шла песня... Не, «Мой друг Скинхед» нет, это с альбома «Гонщики», это с другого альбома. Я вот ее, кстати, услышал уже гораздо позже. Я потом спросил, я недавно Пуха видел в Воронеже, но я как раз за эту песню спрашиваю, а что ты ее не поешь? Он говорит, я говорю, спойлер постановщику. Так пожалуйста. Да. Валера про песен тоже не поет. Да, бывает. Вот, у меня там и «Сердце» обязательно было в плейлисте песни. А ботинки тут? Ботинки, ну, конечно, да. В «Экстремистам»? Да, да. Блин, а... Песня оскорбляет тех, кто ходит в шлепках, что ли? Я просто в натуре странно, да. Я очень люблю FPG. Вот, я по сути до сих пор их слушаю. Вот, да. А песня «Проебал», да, есть такая песня в FPG. Может быть, я действительно тогда как-то был подвержен их влиянию. Как юный неформал, 29 лет. Я крепший ум, да, подающий надежды исполнитель. Но песня на самом деле тоже незаслуженно не приветствуется радиостанциями. Вот это. Я про это тысячу раз говорил, да, не приветствуется радиостанциями, незаслуженно, на мой взгляд. Потому что песня «Проебал» это, ну... Он потерял в петь. Вот. Я ее на дне города даже однажды пел. Никто ни слова не сказал, все было нормально. Она бы пошла лесу за тобой на пламя, по темным недвижным водам, на дно 20 000 лет, стереться в песок и стать твоей молчаливой мебелью, послушной весовой спутницей в зареном тобой колье, кормилась твоим огнем, летела бутылкой с кожей, сияя над баррикадами под пение стальных цимбал, победы встречать вином, в раю возбегать под кущами, с тобою красою севера. Она бы смогла спасить побои.
замке тюрьме Камышевской, среди мусорских бал. И в письмах дарит стекло, что на дуба не вытащит со связанным ею свитером. Шевчука, меня дурака привезли 15-летнего из деревни сюда, я потерялся. Я первое, что я сделал, это купил себе полторашку сидр, тогда продавался. Да, он самый. Я его, короче, в одно жало всадил, когда катался от бутер, блядь, какие-то ебеня. Я сначала потерялся в метро, вот, потом меня сопроводили какие-то сердобольные люди до спорткомплекса Олимпийского. И я помню, попал на концерт ДДТ. А после этого концерта я приехал в свой родной город Котово и организовал там свою рок-группу. Вот это да, вот так концерты и должны происходить, что они тебя должны вдохновлять на что-то хорошее. Вот. Вот. И, конечно, был такой человек в истории, Чарли Мэнсон, но после его концертов тоже люди вдохновлялись. Определенные страшные вещи, да. Вот. Это был 2000 год. Вот. У меня майка до сих пор дома есть, ДДТ 20.00. И я помню, я смотрел тогда на Сергея Летова, на Вадима Курылева на сцене, и думаю, офигеть. Это для меня было что-то с чем-то тогда. И когда вот сейчас Сергей Летов мне записывал партии саксофона на новый альбом, я до сих пор не могу избавиться от трепетного отношения к нему, что это тот чувак, которого я в детстве видел пьяный на сцене. Вот, да, очень было круто. И на самом деле, да, Москва у меня всегда будет ассоциироваться. Первый крест я потерялся, блядь, в метро. Ну что, деревенский человек может себе позволить. Купил полторашку сидра, блядь, пропавший без вести пошел, да, в метро. То есть, мне кажется, что Юлиану что проиграть не западло. Он нормальный, кстати, охуенные песни у него, я до сих пор какие-то слушаю. Вот, просто это лучший поэт из тех, которые у нас есть, там, ну, на нашем радио. Очень хорошо со словом работает, я ему как благодарен. Я вообще русскому року очень... Вот я его троллю долгие годы, русский рок, но я ему благодарен за то, что они хотя бы по текстам не проседали в какие-то года. Было очень здорово. И, по крайней мере, с чего-то всегда надо стартовать и начинать. Это потом я уже услышал всяких более таких и хитрых чуваков в плане текстов и заболел русским андеграундом. А поскольку у нас на поселке, я тысячу раз рассказывал, было всего две кассеты. Вы знаете зоновскую поговорку про два стула, да? Да. Вот знаете, да, не буду пересказывать. Вот, и у меня было две кассеты. Одна, блядь, короче, сборник русского рока, 96-й год, а другая ништяк браток. И у нас, как бы, домой это самое, мы с другом пошли на рынок, он тогда себе купил кассету ништяк браток, а я тогда украл кассету русского рока. Вот, и по сути, и чувак остался без кассет, блядь, стоять. И у нас там слушать было особо нечего, и, конечно, самый кайф, это когда я Калинов мост услышал и достал.
бешеные деньги. Я в Москве тогда вот полторашку сидора купил и одну кассету «Калинового моста» выбросить. Она стоила тогда как двухсторонняя майка с атрибутикой. Я до сих пор эту кассету выбросить не могу, вот, потому что она для меня очень, ну, в память много значит. Блин, короче, на самом деле, я сейчас могу увлечься опять волной воспоминаний. Я вам предлагаю следующий сценарий развития событий. Поскольку я лично, я, блядь, никуда не тороплюсь, давайте нам сыграем одну песню, и мы где-то на 10 минут сделаем небольшой перекур, меня хуй переслушаешь. Я же там, уже песен полно. Нет, ну песни. Да это я... У меня, короче, это самое. А я рассказывал, да, как я был на концерте Стаса Старовойтова, я понял, что это работа моей мечты, блядь. Да, 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 да. Это просто работа моей мечты, блядь. Он пришел, обосрал зал. Сейчас просто всех там отхерачил, кто сидит на первых рядах, на последних. И я понял, бля, работа мечты, я не тем занимаюсь всю жизнь. Надо стендап было идти. Но я просто ничего не употребляю, поэтому мне сложно будет стендапом. Они же там все нарики какие-то, блядь. Я смотрю, там это Нурлан, блядь, Сабуров, он стопудово шабит, блядь. Стас не нарик. Нет, Стас не нарик, Стас, он на частяках, он штанги тягает, у него сторис сейчас такие. Да, да, да. Я говорю, Стасян, блядь, ты как я 10 лет назад, такой же долбоебсом страдал. Я тоже, когда бухать бросил, у меня была такая бешеная эйфория. Я начал тягать штанги, смотреть свысока на тех, кто пьет спирт в канале. Да. Это головокружение от успеха, как говорил Сталин, блядь, примерно так. Вот. А потом дальше как-то отлегло, как бабка шептала, опять потолстел, блядь, но не забухал, слава богу, и то. Но на самом деле ЗОЖ — это прикольная тема, я всегда завидую спортсменам, потому что у них есть на это свободное время, блядь, а я сплю нахуй по 2 часа в сутки, какой мне там спорт. Я все время работаю, либо над песнями, либо над телегами, либо над какими-то другими проектами. Сейчас мы летающую тарелку строим, например. Правда, да. Вот, короче, ребята, на самом деле, я вот сейчас уже знаю, что, ну, блин, у вас всегда очень душевно в Москве. Я все время не хочу никуда уезжать от вас. Давайте оставим тут. Так я так нравится, хоть носу подвел, название песни просто красиво сказать. Это я уже старею, ребята, я старею и сентиментальничаю. Потому что это такие шуточки стариков, типа вот сейчас перед песней надо мостик такой, хуяк с тудым-сюдым. Концерт шутка, блядь. Как это? Я, кстати, смотрел, ребята, я не знаю, есть извращенцы, кроме меня, в этом городе. Короче, блядь, я подписан на несколько инстаграм, ну, у меня в инстаграме в основном это я подписан на мопсов и французских бульдогов. Я жалею, что завтра в Москве парад французских бульдогов, я в ебаном Петербурге буду петь песню. Это раз. А второе, я, короче, хотел тоже рассказать еще про один свой фетиш, блядь. Я подписан на наших звезд, на Петросяна, на Елену Воробей. Это святое. И Бандурин, и Вашуков. Я, короче, увидел вчера нечто в инстаграме у Бандурина, который, блядь, на гармошке хуярит. Он, оказывается, непростой тип, а я на него смотрел, понял, что из наших особо опасных психов. Кого-кого в сериале «Метод» Меглин ловит, примерно того. Короче, он лежит такой, в такой позе в развалистой, как я вот на диване обычно вот так вот. И у него тут кот, и лапа у него здесь. И он, короче, про кота что-то говорит, а типа кот у меня тут. Я понял, что кот его стимулирует. Это очень страшные люди. Это я, блядь, нормальный русский бард, я как бы там спокойно могу рассказать про всю хуйню. А эти люди, вот они меня больше всего пугают, вот эти приличные люди в костюмах, потому что вот от них ждите беды, блядь. Стопудово, блядь. Они потом политиками становятся, идут в какие-то школы, в кулачевщину вот эту разводят. Короче, ребята, подпишитесь на Петросяна. У Петросяна очень классный телеграм. Там 30 подписчиков в телеграме Петросяна, один из них я. Я ему постоянно задаю вопросы там, всякие страшные там. Вот, недавно мы с ним общались там про эти самые, про культ Буду, вот, как он отличается, собственно говоря, в Южной Америке от культа. Он сказал, никак, я говорю, позарок. Короче, песня называется «Не хочу никуда уезжать». Я все время, я вас всех от дома себя чувствую. Спасибо вам за эту атмосферу. Эта атмосфера и есть мой дом. Уплывают на черную мель. Пусть говно и апрель перегородные против коровы храм трех полос. Посреди нерадивого карнева сам пустой, но я тоже здесь рос. И пускай нам законами все предусмотрено.
верно. Для комфорта его ремья. Только кто я такой, что прийти на готовое? Если рай это строил не я, жаром погоди, но я в нем барьер. Коренных недовольные виды и притворно чужие глаза улыбаются в спину, плевался ранья. Не хочу я куда уезжать, здесь мой дом и семья. Не хочу я куда уезжать, здесь мой дом и друзья. И не хочу я куда уезжать, пусть весь мир рыщет черной слюной. Если здесь небо, если здесь ад, это ад мой родной. Спасибо вам. Не хочу туда уезжать. Потом я отправил другую песню, она называлась «Великая жизнь». Вот она выйдет на новом альбоме, кстати. У меня 1 сентября выходит новый альбом. А мы еще не слышали. Вот. Не, «Великую жизнь» никто еще пока не слышал. Я думал... А ты Не, вы ее услышите на альбоме. Она просто на электричестве сделана. Классная такая русско-рокерская песня. Отправил. А слушай, она это самая, она тягучая и мрачная, ее бы не взяли. Ее надо было на радио «Шансон», там бы нормально зашло бы. Я просто на самом деле понял, что надо было на радио «Шансон» некоторые песни отправлять. Может быть, я там как-то бы тоже в местной чартовой дюжине тоже что-то задел бы. Между Любой Успенской, там, например, и Михаилом Шеллигом. А нет, есть такой «Шансонье», блядь, как же его звали-то, блядь. Ай, сука. Не-не-не-не, круче. Я видел его выступление. Лаерский это не шансонье, это наш нашинский чувак. Не Новиков, там короче, вот есть третий эшелон русского шансона, то есть, есть, короче, заслуженные, да, там? Есть второй эшелон, а есть андеграунд русского шансона, которых можно услышать только в такси или на сборках. Леха,
сейчас вспомню, Анатолий Благовест его звали, вот, послушайте. Анатолий Благовест, это что-то с чем-то там. Ну, послушай, я не блядь, я свободный, я чувиха там, отлично. И вот как раз можно в таком тоже чате что-нибудь занять, надеюсь. Вот, не, я пытался отдать, не хочу никуда уезжать, но ее не взяли. Сказали, что она слишком радикальная, экстремизм там, все дела. Просто нет, сейчас модно больше съебывать из России, да? Вот, сейчас как бы в моде съебывать, тапки нахуй забыл. А я как бы не хочу никуда уезжать. Это сейчас очень непопулярная точка зрения. Хотя куда я из России уеду, когда Россия для меня это вы, я это не раз говорил и буду повторять. Спасибо за это все мнение. Спасибо! Друзья, если вы не будете против, и если вы будете согласны, давайте сделаем небольшой перекурчик, а дальше будут Макиавелли, поселочки и все остальное. А то я могу долго обещать и не отпускать, но перекуры всем нужны. Слава именно с тех времен, потому что тогда я очень много пил, и по пьяни, как все мужчины моего возраста, 22 года, 23, мы все совершали глупости, мы звонили женщинам. Вот мы разыскивали, тогда не было еще такой плотной сети. Например, сайт «Живой журнал» — это всегда был лотерея, то есть ЖЖ, кто помнит. Там ебал не было, там было страшно, допустим. Смотришь, хорошие посты у женщины. Ну, все мы там нормально более-менее посты писали, но приедет, например, не женщина, однажды там к одному моему кенту приехал трансвестит. Он очень сильно удивлялся потом, вот, как такие посты про фашизм писал. Вот, оказался трансвестит. Вот, поэтому это была лотерея. Но когда появился сайт «Одноклассники», все стали искать как бы свою первую любовь. И мы все всегда звонили девчонкам, тогда еще были таксофоны. Либо просто там смс-ку сбросить, чтобы сама позвонила там на незнакомый номер. Потому что у нас деньги были только на выпивку. Вот, это было удивительное время. Короче. Так, сейчас я сейчас эту песню спою, потому что я забуду, я обещаю сейчас. Я мастер на обещать и не исполнить. Меня в президенты надо. 90-х на аккаунт я вижу. Такой голос, как у Джо Дассена, блядь, примерно так должен быть. Так и хочется сказать, в Афганистане, просто душа тянется к этому сейчас больше, да? Ага. Друзья, кто на моем концерте первый раз сегодня, мне интересно? Я. Ебать, вам не повезло. Я не всегда такой. Нет, на самом деле я очень люблю что-то рассказать помимо песен. Вот, потому что у меня очень много историй жизни. Люблю иногда стримы. Да, да, да. У меня одна сегодняшняя поездка, блядь, 10 историй. Кошмар, я надеюсь, это в жизни женщины все в порядке, она перестала рыдать, блядь, по салатовой метке, блядь. Очень быстренько. Песня «Одноклассницы» — жуткая песня, я ненавижу, но она мне нравится. Это такой мужик, который устал после работы, должен ее петь. Ну, примерно как я после концерта, блядь. Вынул водку из сумки, с работы пришел и залез в интернет. В «Одноклассниках» сайте я страничку завел на 9-е сутки. Написала мне баба, что за толстая жаба. Я не помню такой. Одноклассница ланится и лосница прекрасница. Нахуй мне твой ребенок, нахуй мне твой кредит. Лучше я на Гуа. Расширяла как бочка. Чудовище свят обратно за парту 10-го Я спросил ее, кто ты? И не узнать ее фото. Это блядская брошка, стрёмный свитер и бант. Она мне, я Валька, параллельного класса и настырно, как кошка.
Иосиф, писька, ебать. А ты на классе села снится и дразнится прекрасно. Снится, нахуй мне твой ребенок, нахуй мне твой кредит. Лучше я на Гоа расширяла, как почка. Герзигулова точка. Скинь чудовище свет обратно за парту десятого. Безобразно обвисшие ноги, живот и шалавьи колготки. Безобразно небритые ноги, прямо как уезжай, приезжай ко мне, Валька. Привози литр водки. Привези литр водки. А сама уезжай. Одноклассник села снится и во снится прекрасно. Снится, нахуй мне твой ребенок, нахуй мне твой кредит. Лучше я на Гоа расширяла, как бочка. Герзигулова точка. Скинь чудовище свет, свет обратно за парту десятого. Свет. Скинь обратно за парту десятого. Спасибо. Я на самом деле эту песню хотел отдать на наше радио. Это сказали слишком неформатно. Просто эта песня на нашем радио могла бы, я думаю, занять и, ну, десятая точно хотя бы, да. Ну, Король и Шут мы подошли, да. Там тоже история, да. Так, продолжим наше шествие. 6 октября в Москве будет концерт в клубе 16 тонн. Там будут спецгости. Клуб 16 тонн. Что там? Нет, слушай, апельсины жмых, мы два раза не смогли выступить. Я думаю, да. Может быть, не знаю, может быть, я Андрею болтаю на третьей, но пока что я не буду говорить, что будет специальным гостем. Может, вообще никто не придет, не знаю. Вот, нет, вы туда. Ага, я сейчас спою одну песню с этого альбома. Мы ее записали с баянистом группы «Афинаж», с Сашей. Короче, я Санек спрашивал, когда меня, как играть партии. Я говорю: Саня, нажрись портвейна, блядь. И выйди в подъезд. Я не знаю, исполнил ли Саня мои наветы, но партию сыграл безнадежно. Песня называется «Торпеда Рубин». Светлой памяти Ярцева. Скорее!
ребенок с этой песней. В отражении протяженных волос ты плетешься густом отдел. Широко в огне печальный дождь, чтоб измыть этот черный день. Широко в огне печальный дождь, чтоб измыть этот черный день. Сердце чист на дожду придешь, и в прелестном плену луге ты уснешь, под огонёшь, уйдёшь, а торпеда порвёт руке. Ты умрёшь, под голдёжь, уйдёшь, а торпеда порвёт руке. Вдалеке, вдалеке, мир горит, как костры.